Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поиграем в новый симулятор доставщика на Android. Это все будет происходить в Бразилии, но ничего страшного, мы сейчас смотрим на игру, а не на страну Бразилия, где доставляют там различные посылки. Короче, смотрите, это главное меню, тут мы с вами вводим никнейм, это что такое? Ага, понятно, кто разрабатывал игру, и вот кнопочка, чтобы начать играть. В игре можно использовать скутер, либо же специальную машину. Вот сейчас мы с вами будем начинать именно с этого момента, где у нас имеется скутер. Есть большая карта, и на карте обозначены места, где мы можем с вами заправляться. Также пицца, это покупать себе всякие прямобасики и кушать, чтобы пополнять себе здоровье. Либо же вот грузовик обозначен на карте. Это получается другая вообще доставка, в которой мы с вами работаем. Так, я могу также вставать на дыбы, типа, ой-ой-ой, какой крутой. Что такое? Офигеть, вот это да. Ну, ребята, все-таки можно понять, что игра новая и баги, лаги обеспечены. Я еще раз хочу протестировать. Так, ну вот, теперь все нормально стало. Опа, чуть не упал. Хорошо. Вид от первого лица. Вот так это все выглядит. Посмотрите. Ой, опять на дыбы встаю. Все-таки давайте не будем на дыбы вставать и будем спокойненько ехать. Так. Телефон, но это чисто банк, и все, больше там нету ничего. Возможно, даже разработчик что-то и добавит. Сейчас я приехал на эту сердечку и хочу посмотреть, что это такое. А, это больница, оказывается, представьте. Это больница, в которую нельзя зайти, да, я так понимаю, или можно все-таки, во. Так, сейчас посмотрим. Я думал, больница это не больница, а девушка моя. Ну, типа, блин, сердечко. Ой, видали, сюда подходим, мы с вами кушаем, там сэндвич, вода и тому подобное. А графика, графика, вот она и графика. Так, 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 а куда нам? Вот, альто, вот эта камера. Нет, вот сюда. Но я вроде не знаю, поставил я высокую или нет, но вроде поставил. Ладно, поехали дальше. Так, на этой карте очень много всего, чисто пиццы, да, чтобы мы с вами кушали, прям очень много, прям беспокоится о нас. Также с вами сейчас поедем и посмотрим, что у нас там в доме. Есть значок нашего зеленого домика, что же там такое? Если будет такая возможность зайти в наш дом, то будет вообще очень круто. Особенно если ты загнал, допустим, наш... Можно в гараж загнать скутер, а? Вообще было бы круто. Нет, я вообще гаража там не вижу. Вот такое вот специальное место, да? А как зайти в дом? Вот, к сожалению, в дом зайти нельзя. Может, даже и можно, потому что у меня работа висит. Может, даже и нельзя. Ладно, все-таки разворачиваемся. Так, подождите, я наконец-то вроде понял. Скутер это наш личный транспорт, а работа вот она. Вот она, это походу так и есть. Это я, наверное, уже сам придумал что-то. Вот, сюда подходим, все, мы с вами готовы работать. Берем, получается, ящик, сюда ложим. Теперь садимся в машину и поехали доставлять. Вот оказывается как. Вот она, основная наша работа. А скутер это, получается, средство передвижения личного транспорта. Вот сюда подходим. Заберите все, нажимаем сюда. Вот, отлично, поперла работа. Ладно, поехали на заправку, посмотрим, как все там реализовано, дальше больше. Так, здесь что, куда? Прям вот сюда заезжать надо, да, или что? Ну, я типа вот заехал, и прям с посылкой, ну, посылку можно сюда убрать, да? Можно? Нельзя. Будем бегать с ней. Так, я не понял, какая заправка активная, вот это или та? Ну, походу, пока мы с вами работаем, тоже это нельзя делать. Печально, печально. Так, под конец я могу сказать следующее, что игра вот вышла день назад, да, и как вы знаете, в дальнейшем, возможно, эта игра станет гораздо лучше, чем сейчас, а именно по возможностям, да, откроет еще больше мир, другие возможности, другие работы, другие транспорты и тому подобное. Если вам интересен данный проект в данном доступе, то можете скачать его по ссылочке в описании. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.